Мы место можем за 70 согласиться? Да. Собаченьки, буратино. Золото 512. Тупанули. Стоп, давай рассчитаем, сколько стоит сам метод? 130. 128, 130, хорошо. Ты хочешь за 200, соответственно, получится 80. 70 за место, считай. Место можем за 70 пригласить? Да. Как ты думаешь? Наверное, да. Может, там легче место продать? Чтобы лишнего геморроя не было. Ну, однако, можно, чтобы нам дали деньги сразу за очередь. Типа, ну, типа за айфон. А мы им просто выносим сразу айфон и отдаем. Тоже 70. Попробуй, хорошо. Попытка не в пытку, ты выложи. Типа, если напишут, то без проблем. Даже напиши 250, возможно, торг. Так это, погнали отмечаться. А что это? Рождение, ягненка. Холодный кубик, да. Кинь меня. Сантура. Стоп, пойдем назад. Пойдем узнаем, сколько людей. Ну, типа, ну вот условных где-то 102, но на самом деле, короче, в районе сотки опять остается. Люди, которые стоят за айфонами, которые сами себе покупают, они точно так нормальный же будут... Нормальный человек, двинуты. Который честно заработал деньги, не будет стоять трое суток в очереди за айфон. Ни один нормальный. Если вы мне покажете такого человека, я вызову ему психиатрическую больницу. Мы можем показать? Вы видели? Че? Там этот пришел. Милонов? Да. Серьезно? Да я его пофоткал. Вон он, пойдем. Кусок клоуна. Вот, смотри. Да гуси. Сыр. Да, Милонов всегда на такой хуйня появляется. Он забавный. Он забавный, да? Не, он прикольный. Это, мне что, мне Милонов-то нравится только в том, что он против геев и все. Он хочет их запретить. Да он сам гей, Так, Милонов.
этом гей. Здесь, вот, кстати, вот лично вот человек, который стоит. Мне нужен айфон. Да. И вы сколько стоите? Второй день сейчас пошел. Козло! Второй день? Я. Дальше поехали представлять. Скажите, а у вас работа есть? Нет, я учусь. А вас в институте отпускают? Да, у меня институт такой, что меня там могут отпустить. Пропускаете институт? Да, не пропускаю. Нет. А дом у вас есть? Есть, конечно. А, и что, вы неужели вы бросили дом, там, своих близких, девушку свою ради того, чтобы здесь... Меня все поддерживают. Он типа против гомосексуализма, но на самом деле, мне кажется, он сам гомосексуалист. Меня его как посадят, запретить гомосеков, чтобы он был гей. Да сколько гринешь, Милонов гей? Давай хорошо, ну, кричи Милонов, ты кричишь гей. Давай. Раз, два, три. Милонов! Гей! Какой град-то ты ебнешься, блядь? Главное на рожу не смотреть, а то там Бога увидишь. Мы верхний слой палатки натянули. Почему? На тебя капает? Да. Ну нормально. А именно снизу. В смысле снизу? Снизу все мокрое. В рот. В смысле? Вот здесь. Там все мокрое. У меня все нормально. Надо исправлять. Вылезайте, исправляйте. На моем борту все нормально. На моем тоже. Да иди исправляй. А почему я? На твоем борту. Ну ладно, сейчас пойду исправлю. Вот. И потом Майнкрафт. Майнкрафт. Мы тебе реально соболезнуем и сочувствуем. Ты, надеюсь, не в моих кроссовках пошел? Моих. В моих он пошел. Да? Да. My lungs were filled and then deflate. I feel the fire, exhale desire. I have to die, my time today. I have this sad so often I had to replace my slug when I was back. Somebody stole my car radio and now I just sit in silence. Sometimes quiet is violent. Встаем, там перекличка. Че, какая очередь? Действительно, какая очередь? Та, ради которой мы здесь, со вторника. Вот Крышко стоит. Да, я тут. После кого? После, не знаю, после. После Лысенко. Толкачев. Толкачев. Нет, нет, он там. Смирнов. Здесь. Иванова. Я. Красоцкий. Я. Меня пропустили. Кто ты? Томаев. Томаев, я же говорил, ты не откликнулся. Между вами как раз-таки костюмы получается. Ага. Знаете, как выглядит? Да. Большой подбухивает. Да, да. Вот это третий.
Ну, что, кстати, сам, вот уже купили самые... третье место. Третье место, да, купили. На 350 тысяч. У меня 42 место. Продаю за 100 тысяч. 53. Что говоришь? Третье сговорили, что 350. Да. Выторговал. Ну вот только что. Вот только что человек приехал. Договорились на 350 тысяч, говорит, через час привезет. А сейчас произошло, да? Да, точно. А, да. Смотри, короче, грубо говоря, минус полтос на двоих, у нас получается по такой сумме. Мне это нравится. Если я получше пойду четвертый куплю. Так, подожди, давай дождемся. Да, давай дождемся. На самом деле, нет планов шиковать или еще что-то. Если я продам свое место за 100 тысяч, 50-60 тысяч я отложу на квартиру, то бишь. Куплю себе форму поварскую, так как я повар-технолог, которую я хочу. Они у тебя... Куплю себе нож. Сурия, японский нож, стоит 11 тысяч. Братан, ты совсем другой вот, человек. Это вообще. Моя мечта, на самом деле. Я думаю, что если я сегодня мне купят мое место за 100 тысяч, как тут обещают люди, то будет шикарно. Я исполнил свою бонус. Вот это покупатели, так покупатели. Позвонил чувак, предлагает за петлями купить первые 20 мест. Говори, надо приезжает. Просто попробовать, если он реально будет. Говори, да, да, говори, пускай приезжает прям сразу быстро. Давай узнаем, кто какую сумму хочет. Нет, 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 звони, нет, что нет. Звони, что приезжал. Звони, что. Может, с людьми поговорить сначала? Нет, нет, нет. Звони, что приезжал. Звони, еще раз. Приезжал. Звони. Вот вообще даже не пытайся спорить. С петелям скидывать, ну, народ, скидываем. Ну, сколько? Сколько ты хочешь скинуть? Короче, он от суммы дешевле намного покупает. Мы с вами борзы. Слушайте, ну, дело такое, у нас тут люди изрядно измотанные, поэтому подумали, если у вас есть возможность приехать достаточно оперативно. 4 500. 4 500 000. Меньше не скидывай. Типа они 40 мест берут за 2 ляна. Чего? Первые 40 мест за 2 ляна? Ну, типа, ну, неважно, типа, как бы он там не торговался, типа, да, ну, все. Ну, это просто х**. Фейк. 50 тысяч мест. Он просто пытается запинговать цены. А прикинь, мы даже за 450 толканем. Ты просто прикинь. Одно место. Вспомни, что ты с утра предлагал. 60, давай, нормально. Егор, просыпайся, иди пиши там, тебе табличка 60 тысяч. Я такой, где, 60 тысяч? На Авито я объявление давал, мне чувак сейчас пишет, типа, в прошлом году приехали кавказцы, человек 50, и всех начали щемить. То есть первый полтос стоял, и они подходили и видели, кто типа слабый или лох. Они подходили, щемили, прям места отбирали. Ну, типа, он говорит, там, типа, надо себя, типа, показывать как-то. Не знаю, что-то типа этот. Потому что первые полтосы, они прям подходят там туда-сюда, вливаются, и все. Типа, если видишь, что ты там ребенок какой-нибудь, все, сразу. Не, мы хотим посмотреть на этот процесс вообще, в общем, как проходит, как это. Интересно. Здесь просто, суета такая будет сейчас. Ну, сейчас процентов 80-70, что приедут люди разных национальностей, вот, которые свою жизнь проводят в криминальном мире. Забирать, для того, чтобы без очереди пройти и купить. Да, забирать айфоны, как это было в прошлом. По прошлом году можете посмотреть в интернете. Нет, ты не фоткай, да. Тебя зовут. Убери там камеру. Мне тоже не надо. Браслеты выдаются человеку, который заходит в порядке очереди.
Вот зашел человек, получил первый. Зашел второй человек, получил второй человек. Никто, ничего нет. Всем, братан. Вот какой человек зашел, вот тот и получил. Все. А можно сейчас просто больше шуму, да. Больше шуму, да. Прям вообще ор, не ор, то есть главное, просто главное больше шуму, да, типа, народ, все сюда, место отбирают, да, то есть, чтобы просто резонанс, чтобы эти подцепились, подошли, зацепились, то есть, половину пятого, я так, ну, уже точно, у меня есть номер телефона, они выйдут, менты, они прям будут тут стоять, мы делаем вереницу, ну, то есть, чтобы видно было, кто, а сколько идет, сколько приедет, по рублей, сколько, ну, смотри, ментов уже 6 человек здесь, с стабильным оружием. 6 человек. Близится час X. А у нас? Какие у вас эмоции? Давайте возьмем у него этот. Какие у вас эмоции? Самсон. Самсон. Эмоций нет. Стукачева Дарья первая, друзья. Здрасте. Большой. Ой. Ой, как много разных. Так, все. Так, а, вот такой, наверное. Бэйч. Получить талон. И еще один, да? Может. Или тут же. А, тут же понял. А, такой же большой бармон. А серый космос. Крышко идет, готовится Ревенков. Добрый день. Модель. Здравствуйте. Макс. Остался. Макс, цвет, память. Память 500, сколько там? 12? Да, да, да. Золотой? Да, можно. Угу, все. Проходите. Идет Ревенков, готовится. Проходит. Егор! 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 Да. Или до выхода, или к терминалу. Модель. Давайте XS Max. Макс, цвет, память. Золото 512. Так, а какого лешего 72-й? Я 72. Ну это обидно. В смысле, а почему? Да, кстати, а почему мы 72? Почему 72? Ты 36? Два телефона берешь, алло. Два телефона. А? Математика. Блин. У меня первое место, у меня первое и второе колонка. Все, понял. Надо было два брать. Надо было брать два. Тупанули и петь. А все по два берут? Да. Да. На самом деле мы тупанули, потому что мы все одинаково взяли. Это вообще пи***, это дебилы, на***. Вот. Пиши то, что это эксклюзивный, типа, новый, да. Эксклюзив в новом цвете. Сейчас, торг. Торг уместен. За талонами стояли 3 дня. Ну, все со вторника, так симпатично звучит. Да. Золотой? Нет, Space Gray. Space Gray, да? А сколько там? 64. В Германии, в Америке. Так, стой, мужики, ну что, что делают? Не-не-не-не, мужики, что такое? Девятый? Бля. Что я буду делать? Че? Че буду делать? Че? Че сейчас буду делать? Твой талант, да? Нет. Ну, мой был. Да, ну, типа, чувак смотрел. Они вместе, типа, да, типа? Они, да, он просто, да, развел. Да, развел нас. Пьяный? Да, да. Пи***ь, талон.
Нас развяжи, ты вы кого? Да. Да. Мы думали, бухой парень хочет просто купить себе телефон, оказалось, что... Он... Серьезно, да. Да, да, да. Какой у тебя было? Девятый. Давай под деревом стоят, их уже там толпа, там 10, под деревом 5 тех типов? Ну да, ну под деревом вот 5 человек и рядом еще 5 человек. А, вот тот самый место. Да, 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 да. Не снимайте нас, пожалуйста. Я не понимаю, понимаешь, я же не могу это дело объявлять. Давайте 247 сразу, понимаешь? Как-то некрасиво. Итак, в порядке очереди подходите первые 10 человек. Живой? Порядок. Раз, вы уже встали. Раз, два. Давайте, все. А какой у вас номер был? Девяточка. То есть первых восьми нет? Кого? Первых восьми получается нет. Я самый первый, что ли? Да. Как вас зовут? Валерий. Ох, ребята, интересно. Походу, просто погуляли, хорошо провели время. А? Продали? Чё? Продали? Кому продали, пососали, А вы продали что-нибудь? Ребят, на всех расходимся. Сделаем вот так просто. Пожалуйста. 14 тысяч. Ой, 10 тысяч. 3, 2, 1. Гори! Поджигай! Это какое место? Это 60-е. Просто происходит какой-то трэш. Сколько тысяч рублей сожгли только что? Ну, примерно там 80. 80? Зажигаемые, сколько однако. Дней ты простоял? Три дня. Да. По-человечески просто, да? Айфон! Вон, сними! Huawei! 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 Покупайте! Huawei! Лися! Завтра же, короче. Разбиваю. Разбиваю шестерку, покупаю Huawei, все. Не высыпались, отмечались, все коту подходит. Ну, хуй, это опыт. Но, шараги мне, они там лежат, дрочат. Пацаны, чё? Вы лохи. Иди отсюда. На iPad тоже будем стоять. Не. Да. Не. Да. Не уговоришь. По-братски. Нет. Застал?